Такой вопрос. Значит, актеры могут стать мастерами, получить образование в вашем вузе бесплатно. Да. А еще будет 3 факультета. Еще будут менеджеры, еще будут осветить художники по свету и звукорежиссеры. Да, да. Всего, значит, 4 факультета. Да. Почему только один бесплатный, а 3 остальные платные? Потому что артистов надо учить, в общем, по возможности, с молодых лет. И, как показывает практика, все-таки большинство абитуриентов талантливых приходят из, ну, как сказать, малоимущих и, так сказать, низкооплачиваемых слоев. И, так сказать, ну, так у нас в стране пока что, так сказать, большее число кадров все-таки дает какие-то слои населения, которые, так сказать, не очень способны, не платежеспособны по части именно оплаты. Что? Что-то мне странно. Не спорьте со мной. Нет, я это знаю. Может быть, люди обеспеченные, из обеспеченных семей просто, может быть, дети просто не идут в актеры, может быть, поэтому, потому что как это может зависеть? В актеры идут из всех слоев. Да. И хотят артистами быть почти все. Почти все, и даже высокое начальство, и так. Даже люди, так сказать, патологически богатые, все равно хотят еще и быть артистами. Об этом мечтают все, об актерской славе, об автографах, о рукоплесканиях, о съемках в клипах, о красной дорожке. Ну, я бы здесь с вами поспорил, потому что мне кажется, просто вокруг вас есть люди из шоу-бизнеса, люди из богемы, которые таковы. Нет, начальство крупное и олигархи все хотят быть артистами, и в свободное от олигархической работы время снимают клипы, снимаются в клипах и хотят быть артистами, и наряжаются, и готовят стихи, волнуются, забывают слова. Потеют и хотят быть артистами. Надевают парики, примеривают какие-то костюмы. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.